У Гомельском державном профессионально-техническом колледже мастацких промыслов открыли новую выставочную залу – краму майстров. У ее можно не только поглядеть на работы навученцев, але и набыть их. Разом с крамой майстров у колледжа стало 7 выставочных залов. 6 размещены у самой установе адукации, и трапить у их можно только изнутри. Зараз, каб не просто познайомиться с работами навученцев колледжа, але и набыть их, достатково завитать у краму майстров, двери якой выходят на улицу. А поглядеть тут есть на что. От мебли и одения до кухонных дробязев и упрыгоживанев. И все только ручной работы и самой высокой якости. Гэтыя речи знойдут себе место у интерьеры сучасной кватэры, офиса, ресторана ці кафе.